Парижский шик проявится в нижегородских туалетах. Обычно деликатная тема, о которой принято молчать, сегодня стала главной на оперативном совещании в мэрии. Там обсуждали общественные туалеты. Синие кабинки уйдут в прошлое, и в центре города появятся туалетные комплексы, практически точно такие же, как в Париже. Одно отделение – это женское, другое отделение – мужское. Есть обслуживающий персонал. Ну и в Париже тоже такие есть модули, которыми пользуются и гости города, и сами жители. Похоже, кстати, на парижские. Очень похожи на парижские. И оказались они не такие дорогие с точки зрения той важности, которую они, вот какую функцию они несут. Одно из вероятных мест, где появится стационарный туалет, вот рядом или на месте существующего киоска «Цветы». Возможно, это будет чуть дальше, за памятником Добролюбова. Возможно, уже ближе к администрации Нижегородского района. Такие должны быть вещи на улицах города, чтобы наши дворы, которые вот туда, сойти с Большой Покровкой и увидеть безобразие, я думаю, что это правильно. Если не понравится, то с чего-то надо начинать. Да, если что-то не понравится нижегородцам, будем смотреть и дальше развивать это направление уже с учетом всех пожеланий. Кстати, ожидается, что парижские уголки появятся в Нижнем Новгороде ко дню города. В центре города будет установлено 18 кабинок.